«Золотой человек» с Алексеем Лысенковым на Авторадио. Мы находимся на территории, казалось бы, совершенно обычного московского детского садика. Вот только дети, которые живут в этом доме, особенные, не такие, как все. И педагоги, которые с ними занимаются, тоже особенные. С одним из этих педагогов мы с вами сегодня познакомимся. Детский садик номер 549 на первый взгляд кажется самым обычным. В комнатах полно игрушек, повсюду бегают детишки. А особенность в том, что этот детский сад компенсирующего вида. В каждой группе не более 10 малышей, и у каждого нарушение слуха. Именно с такими ребятами и работает Андрей Алексеевич Кныш. 10 лет он учит их плавать. Здравствуйте, ребята, заходите. Проводить такие занятия – большая ответственность. Ведь погружаясь в бассейн, малыши погружаются в полную тишину. Слуховые аппараты ребята оставляют в раздевалке. Тут педагогу очень важно держать внимание всей группы. Но для Андрея Алексеевича это давно не проблема. За годы тренировок он выработал свою особую методику. Ты можешь говорить, не говорить, тебе как бы не особо это проходит. Поэтому опыта у меня не было. И постепенно, вот шажок за шажком, ты вот к этому подходишь. Есть такие маленькие секреты. Вот я увидел, ребенок, он выполнил то, что я как бы хочу и то, что это. Я как бы всех останавливаю и показываю, вот смотрите на него, что нужно сделать. Тут надо всегда индивидуально подходить к каждому ребенку. Успехи учеников для нашего героя – особая гордость. А для детей его занятия – настоящий праздник. Задача Андрея Алексеевича – научить ребят плавать так, чтобы они чувствовали себя действительно как рыба в воде. А это непросто. Именно у глухих и слабослышащих детей чаще всего проявляется боязнь воды. Да и устают они быстрее, и хуже концентрируются. Проще всего преодолеть этот страх во время игры. И тут Андрей Алексеевич идет на хитрости. Давайте в ловцов жемчуга поиграем, да? Ко мне все! Хорошо, Алиночка, 5, умничка. Ныряй с головой, закир. Ну все, наверное, все собрали, молодцы. Ну что могу сказать? Ребята потрудились и действительно собрали неплохой улов. Чтобы понять суть задания, им нужно очень внимательно следить за каждым движением тренера, за каждым его жестом. Поначалу это получается далеко не у всех малышей. Но с таким педагогом, как наш герой, за финальный результат можно не переживать. Были дети, которые... Я не знаю, я года 3-4, ну, не хочет окунать голову в воду. И умненькая девочка, и все. И как-то вот уговаривал и уговорил. И она вышла лучшей пловчихой. У меня нет такого как ребенка, которого я не научил. А если он стабильно ходит, он будет плавать. И за это я ручаюсь. А пока наш герой внимательно следит за каждым ребенком, дети не прочь порезвиться. Например, плюхнуться в воду, чтобы обрызгать соседа. Любят так прохулиганить, так бомбочкой, как я говорил. Тут, знаешь, взрыв как. И весь мокрый по этому поводу. Кныш учит малышню плавать и баттерфляем, и брасом, и кролем. И помимо этого учит еще, наверное, самому главному – верить в свои силы, чтобы чувствовать себя наравне с остальными. Мечта у меня одна – поехать, допустим, на соревнования дельфиненок и выиграть у нормальных детей. Хотя бы выступить для начала. Нам не нужны эти первые места. Но вот выступить я бы хотел. Ну, дети любят это дело. Они любят выступать, безусловно. Ну, это как-то и подстегивает их к тому, чтобы заниматься. И эта мечта Андрея Алексеевича обязательно исполнится, уверена заведующая детским садом номер 549 Галина Михайлова. Ведь когда наш герой впервые пришел сюда работать, он сразу решил, что будет не просто учить глухих и слабослышащих ребят плавать, но и сделает сам процесс обучения более доступным. Он ведь свою методику изобрел. Они видят его знаки, понимаете? Он уже показывает, что он от них хочет. Они его так воспринимают. И вы знаете, у нас даже были семинары для других педагогов, других учреждений вот, по плаванию, и как раз его опыт перенимали. А вообще, надо сказать, что весь коллектив детского сада ценит Андрея Алексеевича не только как профессионального педагога, но и как хорошего друга и помощника. Умение работать в женском коллективе – это, согласитесь, тоже талант.
По второму образованию Андрей Алексеевич – балетмейстер, педагог хореографических дисциплин и даже некоторое время танцевал в профессиональных коллективах. Но потом понял, его призвание – дети. И когда пришел работать в сад, решил поучить малышей танцам, ведь развитие координации не помешает. Так появился ансамбль «Подсолнушки». Еще немного, вот, и у нас будет еще лучше. Да? Еще лучше будет. Репетируй, репетируй. Давай, 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 давай. И все будет хорошо. У юного солиста Матвея пока не все получается. Движения неуклюжие, робкие, но наш герой спешит подбодрить малыша. Главное регулярно заниматься и верить, что у юного воспитанника все получится. Самое удивительное, что мальчишки и девчонки танцуют у Андрея Алексеевича не просто какие-то двухминутные зарисовки, а целые композиции со сложными элементами. И выступают, надо сказать, не хуже, а может быть даже и лучше других, причем на конкурсах. До сих пор не забуду, когда мы выступали вместе с Нормой. То есть дети нормальные, там тоже пели, танцевали. И когда мы выступали, может быть, там что-то не дописали, не записали, но мы прошли как норма. То есть нас посчитали как... И это было приятно. Люди, жюри, которое большое там сидело, они не поняли, что они... Это самое, что они не слышат. Каждое такое выступление – настоящее событие. Причем не только для ребят, но и для их родителей. Татьяна Трухачева с улыбкой рассказала мне, как изменился ее сын Никита. Теперь каждый раз после занятий, вечером, дома, он показывает все то, чему научил его преподаватель. Дети очень любят его, с желанием идут на его занятия. Положительные эмоции в глазах ребенка – это результат его занятия. А видите, радость в глазах ребенка – это огромное счастье для родителей. Бесспорно, у Андрея Алексеевича талант. Найти подход к каждому ребенку и, главное, услышать его способен далеко не каждый педагог, считает еще одна мама Ольга Маткова. Ее младший сын Андрюша тоже ходит на занятия. Ребенок, говорит мама, меняется на глазах. Но он у меня такой мальчик достаточно своенравный, а вот замечаю, прям открылся. Прям открылся. Никогда не любил учить стихи или еще что-то. Вот сейчас он... На праздник, вот было на празднике осени, у меня ребенок с удовольствием танцевал, с удовольствием пел, с удовольствием стихи рассказывал. Я прям аж до слез была удивлена на тот момент. Дети выкладываются полностью. А уж про то, что говорит, что бассейн, так они его просто ждут. Думаю, я могу объяснить этот феномен. Все просто, друзья. Терпение и вера в неограниченные способности особенных детей дают такие результаты. Вы золотой человек. Спасибо. Золотой человек с Алексеем Лысенковым на Авторадио.